Привет, друзья! Бывают артисты, находящие свое призвание в создании необычного, нетривиального образа. Они настолько естественны в сценическом воплощении, что зрители со временем отождествляют их личности амплуа. Все это напрямую касается знаменитого Андрея Данилко. Данилко – дитя многих талантов. Это известный актер, художник, композитор, продюсер, певец и шоумен. Но его имя знают далеко не все, зато творческий псевдоним артиста – Верка Сердючка давно известен на Украине и за ее пределами. Яркий образ объемной девушки из народа пользуется большой популярностью у зрителей, и ее зажигательные и сатирические песни знакомы даже тем, кто не испытывает большой любви к популярной музыке. Давайте же узнаем, как живет Андрей Данилко и есть ли у него жена. Место рождения украинского артиста – город Полтава. Он родился 2 октября 1973 года в простой советской семье. Родители воспитывали двух детей – Галю и Андрея. Разница в возрасте между детьми составляла 10 лет. Они принадлежали к разным поколениям, всегда с трудом находили общий язык друг с другом. Когда Андрей пошел в первый класс, а его сестре исполнилось 17 лет, их отец Михаил Семенович скончался. Он работал водителем, причиной раннего ухода из жизни стал рак легких. Матери было нелегко содержать осиротевшую семью. Она часто выходила работать внеурочно, сильно уставала, не имела возможности уделять должного внимания маленькому сыну. Андрей, прекрасно осознавая, в каких стесненных обстоятельствах оказалась его семья, старался не доставлять маме лишних огорчений. Он был учеником общеобразовательной школы 27. Его соседкой по парте стала Анечка Сердюк, с которой он быстро подружился. Андрей считал их знакомство по-настоящему судьбоносным. Красивая девочка из интеллигентной семьи была образцовым примером для подражания. Аня училась только на отлично, среди своих сверстниц отличалась скромностью, доброжелательностью, добротой. Она относилась к Андрею как к хорошему товарищу, он же был втайне влюблен в девочку. Когда дети стали постарше, Андрей часто размышлял о социальной несправедливости. Он прекрасно понимал, что у него нет никаких шансов для победы над сердцем красивой одноклассницы. Паренек из бедной семьи часто чувствовал себя униженным, у его мамы не нашлось денег даже на костюм для выпускного вечера. Чтобы Данилко смог пойти на праздничное торжество, на его наряд собрали деньги со всего класса. Успеваемость Андрея в школе тоже оставляла желать лучшего, зато он с детства увлекался сценическим искусством. Мальчик с удовольствием посещал художественную, музыкальную школу, занимался в театральной студии. Со временем Данилко стал постоянным участником всех школьных вечеров, вступил в местную команду КВН. Вскоре его избрали капитаном юмористической команды. Этот успех окрылил юношу, именно тогда он поклялся Ане, что обязательно прославит ее имя. Девушка восприняла его слова как шутку. Она не рассматривала своего соседа по парте как потенциального жениха. После получения аттестата зрелости, жизненные дорожки Анны и Андрея уже не пересекались. Его любимая соседка по парте нашла себе другого избранника, вышла замуж. Она живет самой обычной жизнью, вырастила дочь, работает учительницей в школе. А ее бывший воздыхатель, Андрей Данилко, взлетел высоко и даже сумел прославить фамилию красавицы Анечки. Трогательная история о неразделенной юношеской любви была записана журналистами со слов самого шоумена. «Нам не дано знать, что здесь правда, а что – красивый вымысел». Одно известно совершенно точно – молодой человек преуспел в своем желании стать богатым и знаменитым. Андрей Данилко никогда не был женат и не имеет наследников, несмотря на то, что в СМИ муссировалась информация о его якобы внебрачных сыновьях Иване и Михаиле. Артист не комментировал ничего до тех пор, пока не стали распространяться слухи. Сначала о его нетрадиционной ориентации, а затем о том, что он, по примеру Филиппа Киркорова, решил нанять суррогатную мать, которая вынашивает для него ребенка. Тогда Андрей не выдержал, заявив, что понятия не имеет, откуда берутся все эти утки, мне не хочется семьи. У меня не было хорошего примера. Папа, мама, совместный день рождения ты всегда был предоставлен сам себе. Поэтому я себе и выбираю какую-то свою форму существования. Сейчас мне комфортно одному. В 90-е у меня был опыт совместного проживания, но сейчас я даже не могу это себе представить. Отношения, о которых проговорился Данилко, касались его давней подруги и экранной мамы Верки Сердючки, Инны Еременко, в замужестве Белоконь. Познакомившись в конце 80-х годов, молодые люди понравились друг другу,
а позже стали вместе работать в театре пародии Андрея Данилко. Инна была старше Андрея на 5 лет, хотела семью и детей, тогда как начинающий артист, чья звезда разгоралась все ярче, был к этому не готов. Девушка вышла замуж за другого, родила дочку, а Данилко тут же приписали роман с другой актрисой, Радмилой Щеголевой. Позже Андрея снова стали видеть в обществе «Белоконь», а в 2016 году в СМИ появились кадры с их совместного отдыха в Майами, на которых пара целуется. При этом артист называет Инну своим близким другом и лишь косвенно подтверждает, что у них были более близкие отношения. Так, на телешоу «Слава плюс», отвечая на вопрос рубрики «Соври Славе», был ли у него роман с Белоконь, Андрей ответил «нет». Сейчас Данилко остается в статусе холостяка и на все расспросы о личной жизни отвечает, что его устраивает та жизнь, которую он для себя выбрал. Актер же придерживается давнего принципа – оставлять личную жизнь вне внимания широкой общественности и СМИ. Он никогда не афиширует свои отношения и не реагирует на провокационные высказывания или комментарии в СМИ и соцсетях. Но в одном из своих интервью в 2018 году Андрей Данилко признался, у него были длительные романтические отношения, но они закончились. Именно после этого актер принял решение уйти вместе со своей героиней в длительный отпуск. Андрей Данилко признавался, печальный финал был ожидаем, но он сам очень тяжело переживал расставание. Он выходил к зрителям совершенно опустошенным, чувствовал, насколько негармоничным стал образ самой Верки Сердючки. В таком состоянии он просто не мог дарить людям радость. С тех пор прошло 2 года, Андрею Данилко в октябре 2021 года исполнилось 48 лет. И если раньше он часто говорил о том, что не может позволить себе иметь семью из-за чрезмерной занятости, то сейчас, кажется, он готов снять с себя оковы одиночества. Но при этом он никогда не станет специально знакомиться или торопиться вступать в брак. Андрей Данилко уверен, если суждено ему создать семью, то все получится само собой. Однако, по его мнению, далеко не всем судьба готова подарить шанс создать крепкую счастливую семью. И если он находится в числе тех, кому не дано быть семьянином, то так тому и быть. Для актера в семье важны дружба, любовь и умение сосуществовать вместе на одной территории, не раздражаясь и не напрягая друг друга. Андрей Данилко не тяготится своим одиночеством, он умеет и любит проводить время наедине с собой. Он с удовольствием слушает музыку и аудиокниги, смотрит какие-то передачи, занимается творчеством. Домашнее хозяйство ему помогает вести помощница, а вот готовит артист самостоятельно. Возможно, когда-нибудь и состоится свадебная церемония, в которой артист выступит в качестве жениха. А явится он на нее непременно в белом банном халате и пушистых тапочках. Именно об этом рассказал Андрей Данилко когда-то в одном из своих интервью. И никто не понял, говорил ли он об этом в шутку или всерьез. А пока он все же надеется, что обязательно будет счастливым. И в доме его зазвучит звонкий детский смех. Ведь главное – это верить в мечту, как делает его легендарная Верка Сердючка. Она ведь никогда не теряет оптимизма и бодрости духа. Долгое время юморист жил один, так как считает для себя одиночество комфортным состоянием. Телезрители даже записали Андрея Данилко в предполагаемые кандидаты на роль главного героя в передаче «Холостяк». Комментируя эту новость в интервью, Данилко обмолвился о том, что не исключает знакомство с девушкой на сценической площадке, так как в жизни у него практически не остается времени для общения и поисков второй половинки. По словам певца, так и начинались его предыдущие отношения. Как это часто бывает, под маской блистающей клоунессы скрывается ранимая душа. Он не любит свой день рождения за чрезмерное внимание, старается избегать вопросов, касающихся личной жизни. Он не приезжает в родной хутор, потому что там над его творчеством потешались и воспринимали его образ как пошлость и сумасбродство. Данилко отмечает некое чувство неловкости перед земляками, за яркий успех и обеспеченность, а вид деревенского тлена ввергает его в уныние. Его не встретишь на тусовках селебрити, если только не в образе, разумеется. Блеска поддельных самоцветов хватает на сцене. Совершая благотворительные деяния, Андрей не афиширует это, предпочитая оставаться в тени. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.